Каким же образом маэстро удалось так эффективно спрессовать свою помощницу и не покалечить ее? Основной секрет спрятан в основании ящика. Он намного глубже, чем кажется. При ближайшем рассмотрении мы видим потайную дверь в фальшивом дне. И секретный отсек под ним примерно 40 сантиметров в глубину. Видите? Достаточно места, чтобы там поместилась девушка спортивного телосложения. Левая сторона ящика не сплошная. Она сделана из полиуретанового волокна и скрывает еще одно потайное отделение. Когда фокус начинается, девушка залезает в ящик и его закрывают экраном. Но сейчас мы можем видеть, как помощница быстро открывает потайную дверь и опускает ноги в отсек в фальшивом дне. Она опирается на полиуретановую поверхность, что позволяет ей спрятать верхнюю часть тела сбоку. В тесноте, да не в обиде.